Всем кукушки, кукурузикам привет. И всем губкам, с вами я, Губка Боб. И вы на моем канале Губка Боб Квадратный Стангеймс. Да, сегодня мы будем играть в игру по названием Super Mario Sunshine. И давайте приступим. Так, смотрим катсцену. Ёкарный! Что это за грязь такая? Избытная. Что это за грязь неизбытная? Реально, какая-то грязь. Это как-то срочно смыть. Не, ну только когда не говорят, все не лагает, зашибись. Так, ладно, нам надо срочно смыть это. Ух, пора это все смыть нафиг. Ну, начинаем игру. Ага, как говорится. Да, мы должны это все смыть. Так, там надо. Господи. Так. Так. Вот это что еще за штука? Что это? Что это еще? Ну, ребят, кадр из Super Mario 64. А мы должны спасти дельфине королевство. Чёртов дельфин и остров. Итак, ладно, мы готовы. Все. Нажимать R. А R, чтобы пулять водой. Понимаем. Ага, и надо... И надо зажимать R, чтобы бегать с водой. Thank you.
Ага. Надо добраться до ближайшей водицы. А там можно пропустить? Все. Чего? Что за вопрос? Нет. Ладно, начинаем. Так, а как тут только пулять? А вот, пошли. Такс. Отлично. Так, давай, пуляй. Монеточка. Ну, теперь мы сможем растворить эту грязь. Так, грязь. Грязь и грязюха. Грязюка ты, блин. Итак, ладно. Какой-то человек уже хочет нас отблагодарить. Би. О, какая-то карта. О. Ха, он просто нас благодарит. Пора. На тебе. Что это? Это что? Вначале босс? Не, ну реально, ребята, это босс какой-то. В самом начале. Вот так тебе. Вот так тебе. Все. Прошли. О, это еще что? Это еще что? Похоже на звезду из Galaxy 64. Ну, реально похоже. Так. Сан. Такс. Ладно, продолжим. Ага, она печь нас благодарит. Какого хрена полицейские за нами идут? Чего? Чего? Нет, я наоборот.
Какого хрена я не виновен? Алло. Алло, есть кто-нибудь у вас дома? Выдайте мне... Ага, то есть печи... Старишина тот, мои адвокаты. Чего? Я виновен? Какого хрена я в тюрьме? Ну, как бы, ребята, мы не виновны, так что обучение мы не будем продолжать. Да. Я сделал свою работу хорошо со своим напарником, как бы, и все. Да. Я готов. Дельфина Плеза. Снова грязь. Грязь опять какая-то. Стоп, а что такое? Так, куда-то мы влетели. Здесь неимоверная грязь. Во, отлично. Здесь мы будем обустреживать эту гадость. Это еще что? Что это еще за гадость? Оно все наполнено грязью. Грязью какой-то наполнено. Оно грязью наполнено, ребята. Итак, грязевой монстр снова настал. Стоп. Это грязевой чемпер. Plants vs. Zombies. Ага. Да блин. Как мне его обезвредить? Так. Если все вот эти вот вылезают из грязи. Тут реально все эти монстры вылезают из грязи. То есть это не единственная наша проблема. Так, он вылез. Ну давай. Нанеси мне хоть какой-нибудь урон. Вот давай. На! Все. Снова победили. Воу-воу-воу! Что-то поднимается! Ребята, там реально что-то поднимается. Чего? Тень Марио? Так это...
это тень, Маря все придумала. Боже, дети. Тень, постой. Ты куда бежишь вообще? Он заранее украл мою принцессу. Ну все, я тебе этого не позволю. Стой. Где там? А, он собирается. Ну, стоп, он же, да, похож на меня. Он хотел меня подставить. Ох, он. Хундегенерат. Он хотел меня подставить. Только как менять? Понятия не имею. А, с помощью шифт. Так где он? Где ты? А вот ты где. Тут тебя с помощью этого мочить. Наверное, пока он останавливается, я его буду мочить. Вот так тебе. Бан. Так, он сматывается. На тебе. А ну стоп, Вот так тебе. Где ты? Ах ты ж черть. На тебе. Ну, а куда он убежал? Нет. Куда ты бежишь? Не уйдешь. Ай-яй. Не уйдешь. Не уйдешь. Да ё-моё, не попал. Ох, он опять сюда. Куда? На тебе. Я скоро за него всю воду так потрачу. А ну стопэ. Стопэшечка. Я за тебя всю воду потрачу. Тень, стой! Реально, эта тень очень похожа на меня. Ну, то есть на Марио. Давай, Банти! Да сколько тебя отбить? Хорош! Хорош уже! Да хорош! Хорош! На тебе. Смел. А ну стоп, Только не говорите. Нет, он опять убегает. Неужели так не хочет отстать от своих преступлений? Вот так тебе. Ну стой. Вот так тебе. Да! Он оставил в покое мою принцессу. Ау, 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 ау. Not fair. Completely unfair. А, стой. Ты куда, блин, пошел? Стой! Нет, не уйдешь. Ты никуда не уйдешь. Ты где тебе? Куда делся? Ты куда делся, алло? Ну куда делся вообще? Так, неужели он сюда пошел? А, да, сюда! Ну стоп! Стой, стой, стой! Так,
Чего? Он куда телепортировался? Такс. Надо смыть. Ах, опять. Я забыл, что вода кончается. Пора ее наполнить. Вот у меня. И вот это выплеснул всю. Ладно, телепортируемся. Вперед за ним. Банько Хиллз. Ладно, телепортируемся. Так, все это что такое? Что там на вентиля на этой мельнице? Стоп, мне не кажется, или там потепирание бушует? Походу на то. Но, наверное, это другая миссия, которая будет в конце этого видео. Так, а куда нам дали? Наверное, сюда нам надо. Ничего себе! Там случилось. Так, а то нам вообще пойти надо. Опа! Сюда нам надо. Офигеть. Даже никаких трудных усилий придавать не пришлось. Ну, а вот еще один враг. Стоп. Ну, не кажется ли опять то же самое? Это та же самая тварь, которую мы встречали. Помните? Она уже третья за сегодня. Как так-то? Три босса за сегодня. Правда, это, наверное, мини-босс. И он меня целится. Он совсем не охренел. Он что, совсем что-то попутал? И ты что, попутал, что ли? А он что, попутал? Не, реально, ребят, он что-то попутал. Он реально что-то попутал. Неудача. Он здесь появился. Нам надо срочно это все смыть. А пока не поздно. Нам надо каким-то образом его смыть. Куда? Надо ему в рот целиться. Вот что я понял. Надо ему в рот целиться. Чтобы эффект был какой-нибудь. Все! У меня три жизни. Опа! Что-то поднимается. Офигеть, то есть эти твари пригораживают чему-то дорогу. Блин, а сейчас у меня, блин, полная пропажа жизней. Так что ловим звезду. Уже вторую, как убы. У меня вторая звезда уже, ребята. Офигеть. Сохраняемся. Три босса за видео уже. Походу, еще будет четвертый босс. Ну, погнали. Да, он из пяти пираний. Следующее задание. Так. Итак, нам показывают на саму мельницу. Да, я так и знал. Наверху Пэти.
Не, ну нам надо срочно спасать эту мельницу, потому что Бетти может все угодно учудить. Бежим! Давай. Так, смоем эту грязь с этой обочины. Такс! Это что такое? Что это отдали? Это монетка, ребята. Ну, мы как бы не за монетами пришли, а за звездами, которые в опасности. Это, ребят, наверное, каким-то образом я сниму Mario Galaxy, но он там кучу занимает. Знаете. Такс. Как вы помните? Такс. Стоп, это что, это самый мост? Господи. Что бы я здесь с этим мостом сделала, когда она туда поднялась? Не, ну нам надо спасти мельницу и этот мост. Да и еще и звезду солнца найти. Реально, они там называются звезды. Они, эти звезды называются просто звезда солнца. Пожалуйста, не приходите ко мне, что я на это, что я это сказал. Блин, она мне сейчас всю воду смоет. О, не помешает. О, это еще что? Это еще что за хрень? Эй, почему я? Почему я сюда пошел? Тут можно еще и упасть, оказывается. Главное, надо сюда потихонечку и помали. Ты че? Тебя тут никто не знает. А как нам сюда-то перейти? Прям как? Как нам реально только сюда перейти? О, ну наконец-то перешли. Ну теперь только сражение с Петей осталось. Ай-яй-яй, нет. Блин. Самое главное, нам надо сразить Петти. А то она все там заляпает своей грязью. Ну или как некоторые называют, лавой или говном. Ну реально, наверное, море очищает говно или лаву. Грязевые монстры бьют и жгут, как настоящая лава. А пачкают, как говно или грязь. Ну привет, Петти. Время настало. Привет. Ты чё орёшь? Ты чё? Ой-ой, кажись мы... Господи, нет. Пиздец! Я чё, упал, блин? Куда я упал вообще? Это бой с боссом! Ребят, это мой первый в жизни... Ну, почти что не в жизни, в этой игре босс. Нет. На тебе! Прям в пупик. Это попыт успокоения, ребята. Так, уничтожаем всех этих монстров. О, нет!
Он все тут испачкал. Вот тут новеньких. Да блин, а как тут все исправить? Это еще что? Так. Нет! Я этого тебе не позволю. На тебе. Прям в пупик. Остался последний удар в ее пуп. Куда ты? Нет. Ты. Да! Победили! Стоп, она что, становится грязью? Офигеть! Она реально стала грязью. И все. Эта грязь сунулась. И да! Третья звезда. Третья звездочка у нас. Яху! Ты. Это что еще появилось? Неужели это еще одно новое задание? Офигеть. Дайте мне. Так, снова эти твари, которые мне мешают очистить эту грязь. Как это вообще? Грязевой монстр? Да, это грязевой монстр. Правда, уже зеленого цвета. Темно-зеленого. Реально. Темно-зеленый окрас у этого монстра. Уже на этот раз. Да, на этот раз, ребята, у этого монстра темно-зеленый окрас. На тебе. Как и всем сородичам. Что? Ты не охренел, что ли? Ну, вторая фаза, ребята. Какого хрена? Я даже не ожидал, что у него вторая фаза. Давай, погибай, погибай. Все, погиб. Больше второй фазы от него больше не ждать. Да. Так, ребят. Вы моим портал для начала. И какой-то в портал. И это что? Ё-моё, это что такое? Да. Чего? У меня нету таких. Он что, про синие монеты, что ли? То есть за синие монеты мы получим звезду солнца. Ну ладно, не время. Отправляемся дальше. Рико Ха Харбор. Стоп, гупер-блупер? Походу, этот перец... Так, а где этот перец вообще? Ага. И где этот перец? Ага, этот перец находится в ящиках? Не, ну это как бы не годится. Отправляемся. О, блуперы! Правда, они по-другому выглядят, чем в девятой части Марио Пати. Реально, они как-то по-другому выглядят. Я могу бить по этой стенке. Офигеть! Офигеть, куда я перешел? Так, здесь мне придется поменять. Видорушки. Потому что мне стоит подняться. Такс. Так. А где выход? Я что-то не понимаю.
Ну да. Был включен. Так, ребят, это что за лабиринт еще? Укуси меня, пчела. Ладно, как-нибудь потом разберемся. Сейчас сюда нам надо. Так, реально, ребят, я говорю, это какой-то лабиринт. О, я нашел. Я, кажется, нашел. Здрасте, ребята. А дальше не сюда. Ну, ё-моё. Ладно, хоть воду посередим. Только не говорите, что мне придется все сначала делать. Стоп. Может, нам там еще погрузиться в воду, да? А я тут видел где-то синюю монетку. Вот она, синяя монеточка. Блин, ну то нам надо еще и много усилий делать, чтобы таким образом... О, чего? То есть у меня еще и потеря воздуха. Офигеть. Просто зашибись. И мне надо этого гупера-блупера, так называемого, каким-то макаром до него добраться. Каким макаром? Не понимаю вообще. Как? Куда? Реально, каким макаром я должен до него добраться? Да! А, тут тоже блуперы. Офигеть. Главное, случайно не упасть. А то как бы хуже будет. Мы как бы уже помним, что выход здесь. Да, вон. Так, вот мы здесь, да? Так, ребята, сюда! Так, это какое-то село Кукуево. Нет! Там, это что такое? Не, нам надо перепрыгнуть. Где я, черт возьми, нахожусь? О, нет. Так, чуть-чуть тратим водичку. На. Опа, ребята, что-то нашел. Так. Реально, мне надо это выбить. Как я предполагаю. Ребята, оно реально не вымывается. Что за хрень еще? Оно реально не вымывается. Черт. Что нам делать? Что нам делать, ребята? Я не понимаю.
Опять придется катить на бочку. Так, ладно, на штурм катим. Только с помощью этого пути. Так, скатим на штурм. О, ребята, закатили на штурм. Все, прикатнули на штурм. Теперь пора. Снова. Что? Ой, блин, да я блупера выиграю. Только писец. Куда надо еще идти? Сладко. Ну, наверное, куда идти, ребята? Надо быть осторожным, чтобы не упасть. Надо быть осторожным, чтобы не упасть. Так. Вывозите меня туда, блин. Что такое? Ладно, заглянем. Так, как я могу попасть сюда, ребята? Бьем. Так, и теперь сюда бьем. Так, монеты, ребята. Неплохо. Монетки получили. Так, сладко, ребята. Пора нам. Ай! Тупанул. Снова. Стоп. А это еще что? Стоп. Нам надо каким-то образом туда попасть. Только как и макаром. Без понятия. Ведь эта грязь нас бьет по никаким щелям. Да я даже дойти не могу, как уже бьет это меня грязь. Реально, даже дойти не могу, а меня это уже, а меня эта грязь уже бьет. Задолбал ты, блупер. Пошел ты. Этот блупер меня уже задолбал. Итак-с. Ребят, дошли-ка жизнь. Это еще что такое? Так. А как это вытянуть? Ого, с помощью Б. Так, тянем, ребята. Эй. Привет, дедушка. Здорово. Привет. Какого хрена? Это что, блин, было? Это блупер. Это гупер-блупер? Вы что, издеваетесь? Это он именно? Ты что, он? Да вы издеваетесь? Это... Эй, пора тебя тянуть, блин, нафиг.
Мне надо вытянуть все щупальца. Что это такое, блин? О, ребята. Мне, ребята, кажется, не повезло. Потому что... Да вы видите, что он творит. Ну реально, вы сами видите сейчас. Вы сейчас это видите, ребята, на своих глазах. Что он творит вообще? Так, увернулся. Сейчас монеты мне как раз нужны. Так, ребята. Ребята, это вообще жестко. Ребят, мне придется уворачиваться. Надо какой-то щупальце. Надо! Да! Давай, давай! Больше защищать некому. Этот ротик. Все, давай тянем, тянем, тянем! На, все, победили! Или нет? Нет, да! Что? Он снова себя испачкал. Ты что за издевательство? Вот нате. Нате. Мне целых две щупальца. Надо пускать. Так, стянем первую щупальцу. Это важно. Так, что будет, если он останется вообще без щупальц? Нет, ну, походу... Нет! Что за хрень? Он теперь защищается еще и двумя? Да нет, это какое-то издевательство. Нет, тянем, тянем его! Тянем, да! Все, бан! Эту миссию мы прошли. Стой, последняя миссия и нафиг. Ну и какую миссию мне выбрать? Ладно, давайте. Блуперы? Что? В сафари чё? Я не понимаю, что это такое? Ну, походу, это какое-то задание связанное. Я чё, буду кататься на блуперах? Стоп, я, кажется, понял! Здравствуйте! Так, чего он сам катается? Я буду опять кататься на блуперах. Чего? Какой гол? Какой гол? Я еще даже не начал. Какого хрена? Так что сейчас было?
Давай! Так, мы врезаемся ни во что, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Почему мне звезду не дали? Скажите мне. Я вовремя не добрался. Чего? Чего? Какого? Нет, вы точно не правы. Вы реально не правы. Ведущие этого, вы реально не правы. Соведущий, блин. Соведущий. Вы не правы. Хотя мы уже блупера-то победили, но осталась последняя миссия, и все нафиг. Закончим. Если да. Во, погнал, погнал. О, давай, собираем. Давай, берем монетку и нафиг на этот стадион. Да ё-моё, почему я так не по старому способу иду? Так, съедем, едем. Давай быстро. Я не понимаю. Походу, это вымогатель денег. Ну точно, это вымогатель какой-то. Господи, какого хрена. Походу, пора идти на другую миссию. Которая попроще, чем эта миссия с блуперами. Так, погнали. Секретная пещера? Когда я вспоминаю эту пещеру, я хочу только злиться на эту пещеру. Блин, это просто бан, это просто бан! Это бан. Бан какой-то. Но эту пещеру я хочу только злиться, потому что... Ребят, я вам еще не рассказывал, что эта пещера вас убьет. Ну, не по-настоящему убьет, а убьет уж нет. Эта игра сделает нервы вашим пончиком, какой вы только пожелаете. Реально, какой вы пончик только пожелаете, такой вам эта игра и сделает.
эту миссию долго не мог пройти. До злополучного этого. Стопы. Дарс! Нет, это не та. Стоп, походу это та самая. Та самая пещера. Пошел. Только мне надо сюда. Как себе тут прикольно забрались. Мысли. Когда пройду эту миссию? Так, ребят, чёрт не доходит. Наконец-то добрался до этой пещерки. Наконец-то. Наконец-то пройду эту миссию. Ой. Я желаю, чтобы ее убрали. Это просто писец. Ребят, дело в том, что вы сами только что видели. Тень Марио крадет у вас эту штуку. И вам придется проходить без этого насоса. Эти мини-игры. Господи, я все еще ненавижу этот этап за это. Вы сами смотрите, что там происходит вообще. Там какая-то нашаталова происходит. Там что за нашаталова? Вот это что за нашаталова? Потом идет вот эта вот штука. Штука с кубами, я не понимаю. Но я ее каким бы макаром бы прошел. Так, я уже близко к финишу. И финал. Вот он финал. Финал этого представления. Звездные. Звездная карусель. Я бы ее бы ненавидел бы всю жизнь. Да! Нет! Опять упали. Андрей, дай табуретку, что с ним будешь? Так, упали, блин. Ладно, снова идем за звездой. Господи, как я все еще ненавижу этот этап. Ну, блин, постараюсь как-нибудь пройти этот этапчик. Постараюсь этот этап пройти. Куда? Как мне это пройти? Как мне это пройти? Понимаю. Вот как мне это пройти, я вообще не знаю. Thank you.
О! Так, прошел. Андрюша, пока пересадить на этот, а тебе пока там есть. Так. Воу, меня, блин, чуть-чуть прибивает. Да, ребята. Пятая звезда. Пятая звезда солнца. Да. Фух, ребята. Так. Ребята. Вот это да. Ничего себе. Вот это. Я вообще-то. Ну ладно. На этом, ребята, мы и закончим. Если вы хотите, чтобы я в следующий раз прошел Вейглера. Эту. То набираете 2 лайка. И смотрите это видео. Ну и подписывайтесь. Пока.